Соревнования начались с построения. В честь открытия спортивных игр организаторы зажгли огонь. В числе участников люди разных возрастов. Дружба среди единомышленников – главная цель состязания. Сегодня у нас проходит первая спартакиада среди команд ТОС города Улан-Удэ. Это впервые у нас такое мероприятие проводится. Участвует около 20 ТОСов города. Представлено порядка 15 команд. Хозяевами встречи стал ТОС Таежный, и не случайно местом проведения выбрана их площадка, ведь это самая взрослая из всех организация. Представители ТОСов настроены только на победу. Дело в том, что мы как старейшины, как уже наш ТОС существует 6 лет. Ну, решили, что мы первое такое мероприятие по городу будем открывать мы. У нас многочисленная команда, мы всегда ездим с детьми, у нас как бы дети очень хорошо относятся к спорту. Так что мы всегда все вместе и дружно участвуем во всех спартакиадах, во всех значимых мероприятиях города. Напомню, что это первая спартакиада, на которой собрались ТОСы со всех районов Улан-Удэ. Чемпионов наградили спортивным инвентарем, а главным призом по традиции стала дружба. Илья Бельков, Сергей Петров, Новости дня.